20 сентября 2023 год. Потихоньку движемся мы к завершению сезона 23 года. Я приехал на поле, где выращивают перец каптур в открытом грунте. Делал я отсюда уже несколько видео, ну и приехал показать, как каптур выглядит на 20 сентября. Высаживался он, помните, 6 мая в поле. Значит, сейчас размер плодов у нас немножко поменьше. Ну вот так вот каптур выглядит у нас. Он двухкамерный перец, поэтому немножко сдавленный получается, как бы в серединке. Плодов нарастает у нас здесь, видим, еще много. Сейчас еще перешагнем сюда. Ну, размер вот такой, допустим, размер плодов в это время получить довольно-таки сложно. Вот перец, и вот он у нас закрыт листочками. Я думаю, видно, вон вот у нас плоды. Сейчас он уже, естественно, у нас достаточно облиственный, хорошо закрывает сам себя. Ну, в общем, у нас как есть новые плоды, которые сейчас нарастают, вот, так и плоды, которые уже подошли к уборке, их можно уже убирать. Вот такая форма неправильная, чаще всего бывает из-за недостатка воды. То есть, если не хватает растениям калия и воды, естественно, форма у нас будет неправильная. Растение что-то будет даже сбрасывать. Сбрасывать имеется в виду, плод сразу будет идти крючком. Ну вот смотрите, вот веточка у нас, вот они у нас плоды. Перец любит воду, поэтому любит воду не так, когда мы его заливаем, потому что будут большие проблемы у вас тогда и с фузариозом, с вертицелиозом, с бактериозом. Вот здесь растение более или менее чисто. Есть незначительные выпады кое-где. Вот. Но это так, навскидку, ну, может быть, 1%, наверное, не более того, на поле. Вот. Люди некоторые спрашивают, как сделать так, чтобы перец больше, дольше лежал на прилавке, чтобы он далеко ехал, не вял. Не вял у нас уже вот в таком вот, ну, в биологической спелости, когда он красный. Ну, вот как здесь, смотрите. Вот у нас перчинки. Уже они готовы к уборке. Здесь есть зеленый, который нарастает. Вот он, верхний. И вот у нас плоды, которые уже готовы, их будут убирать. Нужно чередовать сульфатную форму калия с... Там, допустим, с комплексным удобрением, там 6, 11, 36, 38, ну, с калийным комплексным удобрением. Если вы будете это делать, и растению будет хватать воды, то есть он не будет испытывать дефицита по влаге. Естественно, кальция должно хватать, потому что если не будет хватать кальция, помимо того, что будет вершинная гниль, сами плоды будут немножко сморщенные. Ну вот видно, да, смотрите, сколько здесь у нас плодов нарастает. Он уже, естественно, не печется, потому что он
и укрыт хорошо, ну и нет такого палящего солнца, как было. Вот. А если дефицит кальция, то у нас будут вот такие вот плоды. Вот. Поэтому нужно поливать, не переливая, поливать растения, чтобы им хватало влаги. Тогда у нас плоды будут стандартные, крепкие, ну и достаточно транспортабельные. Вообще претензии к каптуру, ну вот смотрите здесь, сколько у нас плодов висит. Претензии по его лёжкости вообще бывает крайне редко, потому что, ну, очень толстая стенка. У него стенка еще толще, чем у Ариадни. Стенку на Ариадне я показывал. Ну, я, в принципе, сейчас могу разломить одну перчину. Вот, смотрите, у нас уже такая есть большая. Попробую сейчас это сделать. Стенка каптура. Двухкамерная. Двухкамерный перчик у нас, вот такая вот стенка. Поэтому лежит он, естественно, очень хорошо. Ну, достаточно транспортабельный гибрид. Вот. Ну, я больше всего хотел показать, что даже к концу сентября растения у нас уже более, ну, почти 4 месяца в поле. И тем не менее, они, вы видите, здоровые, нет выпадов. Кое-где, говорю, есть, но это, говорю, не более 1%. И плоды достаточно крупные, то есть они товарные. Это не мелкий перец, скажем так, не мелкий. Вот. И продолжает он и цвести, и нагружать себя. Ну вот, если мы поднимаем. Ну вот они у нас. Вон еще новые плоды. Поэтому каптур получается хорошо как в открытом грунте, так и в закрытом грунте в теплицах. В теплицах его формируют. Я лично видел растения, которые высотой были более 2,5 метров. Здесь около 5 гектар перца Ариадни. Я думаю, что в следующем году здесь будет, скажем так, некоторые нюансы приняты во внимание. Вот. Пока я о них не буду говорить, я думаю, мы все это увидим в следующем году вместе с вами. Я вам это все покажу. Вот, во-первых, сделаем его погуще. Сейчас он здесь через 30 сантиметров, будет через 25 сантиметров. Вот, немножко сдвинем междурядье, Вот. И еще один момент, пока не буду о нем говорить, потом покажу. Все, всем хорошего дня, до свидания.